Всем доброе утро. Такой вот у меня хаос на голове. Ничего страшного. В общем, сделала. Помните, у меня оставалась крошка от печенья-то, от пирожных. И вот нашла рецепт там один с бананом, вареной сгущенкой, с орешками. И забацала. Правда, жидковато получилось, потому что все-таки мало печенья. Ну, ничего. Сейчас все это лежит в заморозке. А завтрак я себе делаю банан, арахисовая паста. А что у меня тут такой бардак? Это сахар от пирожных. Мы его используем. Не выбрасывать же, правильно? В общем, вот такой у меня будет завтрак. И сейчас куда-нибудь рвану. Правда, еще не знаю, куда. Куда бы рвануть, погулять. Что-то все уже надоели все эти. Знаете, сегодня зашла в Инстаграм, там везде. Так как всякие карантины, всякие все это. Люди в горы рынулись. По горам лазят. Пешими прогулками. Раньше в барах сидели, пивасик с тапами употребляли. А сейчас здоровый образ жизни. Так что не все так плохо. Может, это от нас так учат, что типа не все время надо в барах сидеть, а и по природе шастать. Я, кстати, благодаря карантину тоже очень много классных мест нашла. Так что на все надо смотреть с позитивом. Смотрите, какой у меня бутик получился. Шедевр. Куда идем мы с Петочком? Ну, конечно же, на пляж. Ну, куда еще можно идти? Долго я думала, точнее, недолго думала. Если идти на пляж нашего города такой, где все бары, там рестораны, то там народу до хрена. А ходить в маске как-то не очень хочется. Ну и спорт так спорт, правильно? И думаю, пойду я, как всегда, по своим тропам. И правильно сделала. Встретила одного, может быть, человека. Ну и впереди меня шла еще одна пара. Смотрите, у нас вот все в росе. Потому что ночью там 8 градусов, 10, а днем сейчас уже до 20. Такая жара, лафа. Ну, такой ветерок свежий, обманчивый, скажем так, прогода. Ты где там? Идешь? Море, конечно, шикарное, как всегда. Полный штиль. Погода приглашает на гулянки. Не буду долго вас мучить морем. А то, наверное, вам уже надоело. В каждом влоге. Просто я балдею от этой панорамы. Кайф, класс. Еще сегодня так можно ходить, вот так по песочку. Лепота. Сегодня прям много рыбаков. А еще вот там это подводным плаванием занимаются. Видите, вот эти вот черные точки? Вон он, видите, ныряет. И вот еще три человека. Вода 15 градусов. Поэтому вот они там рыбку ловят. Или пульпу, осьминогов. Здесь вот на этой части много всяких разных осьминогов. И так народу, знаете, я бы сказала, что не пустынно. Обычно здесь никого никогда не бывает, а тут прям гуляют. Чарли там увидел собаку и ждет ее поиграться с ним. В общем, я нагулялась. И, знаете, я уже давно хотела сварить плов. Но плов
Не такой вот, как все делают там, знаете, по-научному, турецкий или как там, не турецкий, а как там, таджикский. Все это пробовала, мне не то, мне не нравится. И вот я буду делать, как всегда делала. Мне так больше всего нравится. Вообще, мне кажется, у каждой хозяйки есть свой рецепт плова, свой рецепт щей, свой рецепт каши, вообще свой рецепт. И говорить, что он неправильный, мне кажется, это неправильно. О, как сказануло. Вот. Ой. Поэтому буду готовить, как мне нравится. Потому что, ну вот пробовала. Ничего, что я к вам попой. Минуточку, секундочку. Пробовала. И с чесноком вот это вот посередине и все дела не зашел. Чему учиться? Потому что так правильно, кому-то кажется, да? Да ну нафиг. В общем, обжариваю. Мясо достала, не знала даже какое. Оказалось кроликом. Обжариваю кролика. Вот. И пусть там скажут, давай, да это не плов. Ну, значит, не плов. Значит, будет каша рисовая. А-ля плов. Ха-ха. Обжариваю кролика, сейчас добавлю морковку, лук, все это как всегда обжарю. В общем, все вам покажу. Я сегодня меняю постели, поэтому стирка, стирка. У меня идет сегодня рис. Готовить буду немного, потому что, ну, потому что зачем много? Что-то даже совсем мало будет. Ну-ка, вот так вот и так вот хорошо. Я вообще люблю рис в любом его проявлении. Так, лук сейчас отправлю. Морковка. В общем, все по порядку. Когда обжарилось все это, морковь, лук, засыпаю рис. Заливаю воды. Я думаю, что хватит вот так. Закрываю крышкой и пускаю оно там. Сейчас будет вариться. А за 10 минут я добавлю все приправы. Добавлю лаврушку, это обязательный процесс. И приправа для плова. А за 5 минут до готовности я добавлю чесночок. И он будет, знаете, такой полусырой, отдаст свой вкус, запах, но будет обалденно вкусный. Вот такой вот мой плов. У кого-то по-другому? Ну, значит, у вас по-другому. Но это не значит, что у вас лучше. В общем, пойду я белье вешать. Процесс в полном разгаре. Добавляю приправы для плова. Лаврушечка. Это обязательный момент. Посолю. И, друзья, перемешаю. Да-да-да. Ой, пошел аромат. Пошел. И все. Закрываю. И дальше варим. Ну что, плов почти уже готов. Или каша, как хотите, так и называйте. Зато вкуснятина неимоверная.
Я прям уже на четверочке готовлю. Вот так вот сейчас туда сделаю чеснок. Прям вот так вот мне нравится. Вообще мне нравится чеснок, когда добавляют в конце. В картошку, еще куда-то. Это просто вот... Я обожаю вот такой запах. Вот так туда его. И минуточки 5. В общем, до готовности. Он будет у меня там доходить. Чувствую запах родного плова, друзья. А как вкусно. А то какие-то навороченные блюда. Таджикский, туркменский. Оксанский плов самый вкусный на свете плов. Я успела с подружкой пообщаться, посуду перемыть, заварить себе супер-пупер напиток, там шиповник, имбирь, в общем, иммунитетный напиток. И все. Видите, я сегодня без шубы. Вот что значит погода, а? 20 градусов на улице. И сразу жизнь, как говорится, удалась. Ну, а на десерт будет пирожная картошка. 2 часа была в морозилке, так что все. Смотрите, как все. Шедеврально. Боже, какой самый вкусный плов. Я прям ела и наслаждалась. Думаю, это тот вкус, который вот я помню с детства. Люблю пожирать, особенно вкусно. Кстати, я вам не показывала испанское маньяна в полном его проявлении. То есть шкаф и поныне там. Вчера муж такой сидит и говорит: а когда ты мне флан что-то давно не делала? Когда ты мне сделаешь флан? А я ему такая говорю: ой, но, показывая на шкаф, маньяна. То есть, что значит, сегодня нет, завтра. И он как давай ржать. Вот. Дело в том, что приходит поздно, и, в общем, ночью, как это, ну, как ночью, когда уже темно, не хочется ни сверлить, ничего там делать, потому что вот, ну, соседи, да и вообще неохота мне ночью что-то делать. И вот поэтому... Вот так вот у нас все висит. Чуть моему яблочку дала. Я ему каждый день яблочко даю, да? Пой, птичка, не стыдись. Давай, пой. Да, пой, а как ты хотела? Для какой иначе цели ты тут находишься? Да, а как ты хотел? Пой. Я, в общем, все открыла. Обогреватель включи. Обогреваюсь на улице почти 20 градусов. Дома намного холоднее. У меня вот этот папоротник тоже что-то не это, не фурычит. Не знаю. Тут нос себе расковыряла. Пойду, короче, опять еще машинка у меня там постиралась. Чарли весь день на улице находится, на крыше дома моего греется. Тут хоть, знаете, раздевайся и лежи себе, загорай. О, вон он лежит, красавчик. Вот так вот он целый день проводит. Даже домой потом приходит, ложится на пол такой в квартире, полежит такой, а вот так вот, а ему жарко, полежит минутку, потом все опять поднимается, потому что дома полы не такие горячие, как здесь, да? Да, здесь вообще прям теплынь. Ой, так тепло, такой пол теплый вообще. Ты здесь загораешь, да, рыба моя, загорай. Счастье мое. Взгляни на меня. Ну, чего ты? Это я тебя так просто погладить пришла. Давай, иди лежи дальше. Загорай, иди лежи дальше. Загорай, мое счастье. Пока буду вешать. Белье и чайку, наверное, сейчас себе заварю вкусненького. Кстати, вот это вот мое черное пальто, которое я очень редко надеваю. Но оно у меня есть. У меня вообще много чего есть. Но я не это... Как бы редко надеваю, потому что, ну, не знаю, куда в пальто. Как-то в пальтах я не очень хожу. Но, как говорится, черный, оно мне немного большеватое, потому что это я его покупала, когда была побольше, скажем так. Намного больше. Но если, допустим, с теплым свитером, то вот такой вот у меня есть пальто черное классическое. Вот. Упала шляпа. Кстати, упала шляпа.
упала на пол. Все перемелится, родная. Все перемелится, прости. Как я вам? Ну, естественно, если каблучки надеть. А жизнь хорошая такая. Ты что там сделай? В общем, неплохо. Но опять, друзья, ну куда я вот в таком виде? В Меркадону? Ну вот куда я так? Вот никуда. Вот лежит все. Лежит, ждет, не знаю что. Ну не выбрасывать же. Правильно? Шляпа вообще мне прям очень нравится. Как там модели делают? Так вот. Классная же ведь шляпа. Шерсть натуральная. А жизнь красивая такая. Красота. Опять на вешалку отправляем. Помните, я герань выбрасывала, ее какие-то червяки ели. Короче, я ее типа выбросила, у меня там ящик есть один наверху. А она, смотрите, растет. Я, короче, ее достала, все корни обработала. И, в общем, посадила. Будет расти, ради бога. Потому что уже сколько времени она там растет. Герань. Ну и фиг с ней, пускай растет. Уже в горшочке, а не так в каком-то ящике там, который на выброс. Классно же. Я так что-то ходила на нее, смотрела, смотрела, думаю, что он тут в ящике в этом валяется. Так я ее пересажу. Красота. Аллилуйя. Смотрите, какой-то там маленький гвоздик делов-то. В общем, я там и машинку раздеребенила, чтобы он мне ее починил. Надо, говорит, везти ее отсюда, потому что там места очень мало у нас. И ее трудно, а машинка огромная. В общем, короче, люлей вставила, все у меня делается. Сейчас буду вешать все это безобразие. Надеюсь, что это все выдержит. Вот. И уже вот приготовила сумочку с моими принадлежностями. Завтра работать с утра. Надо еще, правда, с девочкой списаться, не знаю. Завтра она мне напишет. Не, может, передумали нафиг. Потому что может быть и такое. Списывались уже неделю назад. Ну, в общем, поживем, увидим, друзья. Завтра все увидите. Ну что, все держится. Почему белую простынь вешаю? Потому что, смотрите, это икеевские шкафы. И вот эта вот штука, она просвечивается. И то есть, если будет какие-то разноцветные одежда, то все это будет видно. А так положила белую. Да и пыль на нее не садится вообще, на одежду. Так что вот так. Надо как-то все туда еще вот так вот запихать посильнее. Чтобы двери хорошо закрылись. Шматья дофига, места нифига. У кого еще такие проблемы есть? Мне кажется, у каждой девочки есть такие проблемы. Сейчас, правда, и у мальчиков тоже такие же проблемы, поэтому это не, как говорится, не зависит от того, ты мальчик или девочка. Ну ладно. В общем, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Завтра понедельник. И завтра будем, посмотрим, что день вообще должен быть насыщенным. Так что не забывайте заглядывать на мой канал. И всем пока-пока и до завтра.